Два года в тюрьме, 27 минут на свободе. Дорогая, я вернулся. Больше никаких темных делишек. Тебе есть что терять. Два часа на свободе. Да кто ж тебя выпустил? 8 часов на свободе. 600 тысяч зелененьких американских долларов. Мне правда есть что терять. 11 часов на свободе. Давненько не виделись. Снова ты. Вот засада. Ты украл моя собака. И теперь я с наслаждением убивать тебя. И вся твоя семья. Да сколько ж можно? Я только из тюряги откинулся. Реально сегодня? От обладателя премии «Оскар» Роджера Эвери. Мне нужны кое-какие инструменты. Автора сценария «Криминального чтива». Это будет не больно. Ты это слышал? И от продюсера «Нападение на 13-й участок» и «Счастливое число Слевина». Что это за психопат? Он мстит за какую-то собаку? Да. Yeah. Эй, вообще-то тачка, которую ты угоняешь, моя. Да он пошутил. Про собаку. Ну что же, развлечемся. Он неубиваемый! Он что ли бессмертный? Это даже приятнее, чем я себе представлять. Ну же, стреляй! Киллер по вызову. Да кто он вообще такой? Какой-то долбанный терминатор! Легенда возвращается в кино. Майкл, я помню тебя еще ребенком. Стойте! Ты наделен даром. И так было всегда. Если есть лекарство от твоей болезни, ты его найдешь. Я давно должен был умереть. Но я жив, а значит, все исправлю. У меня редкое заболевание крови, и время уже на исходе. Это мой последний шанс. Скажи мне, что ты задумал? Кое-что не вполне законное. Не хочу, чтобы ты страдал сильнее, чем сейчас. В этом мое спасение. Но какой ценой? Сейчас я живее всех живых. Во мне растет невероятная сила. У меня появилась эхолокационная способность. И просто всепоглощающая жажда крови. Как далеко мы можем зайти, чтобы вернуть все на круги своя? Пока инкапсуляция. Не стало опаснее болезни. Морбиус. Майкл Морбиус. Что, надоело притворяться хорошим парнем? Как самочувствие? Мы с друзьями нашли отдушину, дающую волю страсти к борьбе, к победе, к титулу короля. На кону 100 тысяч долларов! Так, народ, приступим! Огромная полоса препятствий с арбузами, пузырями, мотоциклами, пивом, электрическими угрями. Погоди, чем-чем? Увидите.
Вы готовы? Кто из вас еще думает, что может привлечь женский пол, потанцевать и сорвать поцелуй? Можете? Слабительные? Надо было сказать 5 лет назад, что друзья тебе дороже меня. Выпускайте дракона! Кого? Поэтому мы приезжаем снова. Это наши игры. Это наши воспоминания. Твое ухо. С ним точно все в порядке? И наша дружба будет вечной. Вы бы видели свои рожи. Не буду я с тебя денег брать. Сколько процентов ты хочешь? 50. Ты бандит, Эдик. Вы узнали, кто этот Эдик? Отморозок этот Эдик, бывший ОПГ, легализовался. Вы можете забрать свою машину. Новый BMW 8 серии. Цвет синий Барселона. Машина подарок моей жене. Дочке скажи, что я уехал далеко. Сказал, что в монастырь ушел. Вырастет, скажу, что там и помер. Жив! Работай! Здравствуйте, уважаемый Андрей Петрович. Позвольте представиться. Эдуард, мои коллеги, вы благодаря своей удивительной смекалке упали на мой автомобиль, который не подлежит восстановлению. Таким образом, Маликов Андрей Петрович должны мне 10 миллионов рублей. Как вы собираетесь вернуть ему долг? Куда вы меня ведете? В лес. Что ты делаешь-то? Я пошутил. Что, шуток не понимаешь? Года в тюрьме. 27 минут на свободе. Дорогая, я вернулся. Больше никаких темных делишек. Тебе есть что терять. 2 часа на свободе. Да кто ж тебя выпустил? 8 часов на свободе. 600 тысяч зелененьких американских долларов. Мне правда есть что терять. 11 часов на свободе. Давненько не виделись. Снова ты. Вот засада. Ты украл моя собака. И теперь... Я с наслаждением убивать тебя. И вся твоя семья. Да сколько ж можно? Я только из тюряги откинулся. Реально сегодня? От обладателя премии «Оскар» Роджера Эвери. Мне нужны кое-какие инструменты. Автора сценария «Криминального чтива». Это будет не больно. Ты это слышал? И от продюсера «Нападения на 13-й участок» и «Счастливое число Слевина». Что это за психопат? Он мстит за какую-то собаку? Да. Эй, вообще-то тачка, которую ты угоняешь, моя. Он пошутил про собаку. Ну что же, развлечемся. Он неубиваемый. Он что ли бессмертный? Это
даже приятнее, чем я себе представлять. Ну же, стреляй! Киллер по вызову. Да кто он вообще такой? Какой-то долбанный терминатор! Легенда возвращается в кино.